я и узнал всю правду о Барби. А сейчас буду ехать к своей любимой девушке. Эй, щеночки, не стойте на дороге, там машина едет, скорее. Побегайте. Какая-то девочка, девочка, в сторону. Бедный парень, еще такой молодой и такая авария. И не приходит в себя. Так, ну что, медсестра, вы сделали все, что я просила? Как состояние мистера Райана? Тяжело. Да, ну что ж, нужно еще раз осмотреть его и назначить еще лекарство. В себя он еще не приходит никак. Сообщите его близким, где он находится. Посмотрите, кому он последнему звонил. Попробуйте дозвониться кому-нибудь. Хорошо, доктор. Так, последний звонок к Лео. Сейчас попробуем дозвониться, сообщить ей, где находится Райан. Где же Райан? Почему он не едет? Алло, я слушаю. Здравствуйте, это Клео? Да, это я. Что случилось? Это вам звонит медсестра из больницы. Что-то с Райаном? Вы звоните с его номера. Да, к сожалению, он попал в аварию. И в очень тяжелом состоянии сейчас. Рентгеновский снимок показал, что у него очень много переломов. И он сейчас, к сожалению, без сознания. Какой ужас! Скажите адрес больницы, я сейчас же приеду. Приезжайте. Так жалко молодого человека. Я немедленно выезжаю. Ой, здравствуйте. Извините, можно увидеть Райана? Доктор разрешил ненадолго. Вы его невеста? Ну, почти. Ну, проходите, только сильно не беспокойте его. Хорошо, спасибо вам. Я тебя так ждала, ты так и не приехал. Почему ты попал в аварию? Приди в себя, ведь я же тебя так люблю. Приди в себя, пожалуйста, Райан. Я люблю тебя. Ой, о, что это со мной? Где я, Клео? Ты здесь? Где я нахожусь? Райан, ты попал в аварию, но ты пришел в себя. Какое чудо! Я люблю тебя. Я тоже тебя люблю. Бррр. Ой, где я? Что со мной произошло? Какой сегодня день? Мне же нужно на учебу. Ничего не понимаю. Многого не помню. Что со мной случилось? Помню, последнее должен был идти на занятия. Ну, схожу, пожалуй. Мне же двойку поставили. Нужно скорее идти исправлять. Доктор, вы не поверите, больной пришел в себя. Это какое-то чудо. Да, я уже себя намного лучше чувствую. Уже можно и выписываться. Ну что вы, больной? Конечно, выписываться вам рано еще, но я очень рада, что вы пришли в себя. Но вас нужно еще осмотреть. Это все благодаря моей любимой. Я пошел на поправку. Это очень радует, мистер Райан. Ну вот, девочки, такая история. Оказывается, Райан тоже раньше был монстром. Кто бы мог подумать, если бы мы знали, то лучше бы сразу ему все рассказали, не устраивали этот спектакль. Теперь одно понятно. Все мои надежды рухнули. Время истекает. Сегодня последний день.
Нужно идти к колдунье. Может, она что-нибудь придумает. Иначе я навсегда стану зеленым монстром. Я уже даже смирилась с этим. Странно, что я ничего не помню. Но в универе все с меня смеялись. А учительница вообще смотрела, как на какого-то странного. Я же должен был зайти к Барби. Тут недалеко она живет. Точно. Она же зеленый монстр. Мне так без нее одиноко. Я же хотела зайти к ней. Чтобы мы что-нибудь придумали. Может, она опять станет красивой. Ну ладно, Барби, мы пойдем уже. Не падай духом, все будет хорошо. Сегодня уже я записалась к той колдуне. Она подскажет выход. Ну пока. Удачи тебе. Кен? Да, это я. Привет, Штефи. Привет, Тереза. Здравствуй, Барби.